провожал свою жизнь, под купол светил, бросив руки в лучи прозрачного солнца, опуская кисть, блеклую палитру акрил, рисовал так быстро, будто оно не вернется. Я перестал хотеть кем-то там еще стать, когда увидел руины мира сего, лишь только падал на тихую водную гладь, уходя к себе прямо на дно. Я проживал свои дни заново, друг, замкнутый круг, вечный, как камень, мое прошлое, мой металлический плуг. Вспахал пораженную болезнями память. Я бежал по планете, не меря шаги, верил в тех, кто ко мне уже не придет, глядя в их безликие забытые сны, видел уродство души пламя изъеденных сот. Я любил одну, но она превращалась в ряд одинаковых кадров меж людей, что утром в баре к выходу прут. Просыпался под пение убуханных бардов. Мой рисунок получился странным, ведь грязные раны явно не зашивают, а оставляют шрамом на полотне, его узором подаренным мне. Будьте добры, притормозите эту обочину. Сколько с нас? Спасибо, всего хорошего. Такси остановили, где я попросил. Нету на что бы то ни было сил. Я сидя у синего озера, на воде рисую мысленно. Нету ни масел, ни красок, ни холста и ни кисти. Мне воистину этот искусство вид настолько близок. Дарю жизнь удачным эскизом. Не кидаю в гладь бычки и огрызки. Передаю свои тревоги близким из рук в руки. По сети или почтой посетила той ночью муза каждой ночью. Светает вечерей, черпаю идей в мозг. Из того, что вокруг, это чаще не пир и лоск, не шик и блеск. Дома, квартиры, подъезды, двойные двери, и в мирное время нет доверия. Если рисунок получится странным, это душевный, явно там раны в нем. Не будет он в тряпке упрятанным, не будет заляпан небрежно пятнами. Ведь это просто водная гладь, глянь. Это не листок из простой тетради, это просто водная гладь, глянь. Это не листок из простой тетради. Это водная, водная, водная. Это водная, водная, водная. Это водная гладь. Это водная гладь. Не листок из тетради. Не листок из тетради. Это водная, водная, водная гладь. Это водная гладь. Это водная гладь. Не листок из тетради. Не листок из тетради. Это водная, водная, водная гладь. Не листок. Да. А мысли еще тема скиты, жалят трезвых или уже накиданных. И мне не нужны кисть и холст, я как Христофор ищу таинственный остров. Саня говорил, эта система не действует, сидеть на месте здесь нам не по 10 уже. Каждый день как лотерейный билет царапаю, вывожу на воде все эти каракули. Корабликами пускают в собственный мир людей по секторам, не вспомнит координаты некоторых. Я с радостью бы кинул якорь, если видел бы все более ясно. Это водная, водная, водная гладь. Это водная, 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 водная гладь. Не листок из тетради. Это водная гладь. Это не листок из простой тетради. Это просто водная гладь, глянь. Это не листок из простой тетради. Мы часто восхищаемся сейчас тем, что пришло к нам из глубин столетий, что создано не нами, но для нас, живущих на прекрасном этом свете. Тысячелетия, века, года, необратимо времени движения, стремился мир к прекрасному всегда. В том духа человека отражение.